чего я делаю это упражнение? Боковую пронацию. Случается так, что в поединке соперник проходит, проваливая кисть. Он проходит меня, да, и я где-то вот в этом положении его останавливаю. Это упражнение, оно как раз таки тренирует удержание и выход в контратаку из атаки трицепсом соперника. Таким образом я выхожу и делаю дожим.